Хэшки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара, и мы продолжаем проходить Сириус М4. Присаживайся поудобнее, заваривай чаёк, кофе, печенюшки, какао, сальца, хлебок, сальцо, ой, не сальцо, соль, перец. Всем приятного просмотра, не забывай ставить лайк этому видео, дизлайк тоже можно. Погнали проходить, если есть желание поддержать канал, то обязательно проходи по ссылкам в описании, буду рад любой монетке. Вот, комментарии пиши, обязательно пиши комментарии, буду рад. Буду рад любому комментарию, обязательно отвечу. Так, почему закрыт? О, открыт, отлично. Надо это проходить. В прошлой серии портал жесткий убили. Вот сейчас при... Вот сейчас, в принципе, игра как-то поинтереснее стала смотреться. Вот, как-то поинтереснее стало смотреться, но диалоги по-прежнему отстой, поэтому я их не читаю, они скучные и неинтересные. Да ладно, у меня уже даже шестистволка полная, охренеть. Так, это тоже у нас какие-то тут боеприпасы, да? Так. Это хорошо, это мне нравится. Что дают пополнять. То есть вот от этого выстрела, считай, сразу 4 патрона. Поэтому расходуется очень быстро. Ага, ага, ну кто бы... Ну, конечно, кто бы сомневался. Да ладно, серьезно, ты? Сейчас я тебя завалю. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, ну сначала надо вот этих вот. Всех вот этих штук... Ой-ой-ой. Тихо-тихо, не на... Да кто вы такие? Идите нахер! Жрут просто, жрут. Очень сильно жрут. Какого хрена? Они очень сильно меня жрут. И это нихера не шутки, потому что жрут, и они... А еще вот эта херня. И у меня патроны. И вот уже кончились патроны, охренеть. Так, ее хотя бы завалил. И у меня... Так, срочно, срочно хилочка. Охренеть, а че их там так много-то? Так, срочно, срочно вот эти вот автоматы. Так, кто-то еще появился. Нет? Ну да. Я слышал звук. Ах, кто бы сомневался, а где он? Бля, не, ну это жестко. Пока я его с автомата так завалю, он меня уже завалит. Надо снайперку. Да блять! Да блять, вон они! На нахер! На нахер! На нахер! На нахер! На нахер! Все, завалил. Так, еще один остался. На нахер! От тебя получай! А вот так вот! Аж нож зачесался! Да сколько вас здесь? Хэдшот с одного убивает! Да ладно! Так, срочно! Срочно нужно вот так сделать. Так, все сделали. Надо было просто, ребятки, просто надо было чуть-чуть это сопляхи высморкнуть. Да идите нахер!
Так, ладно. А вы откуда здесь взялись? Охренели, что ли? Вообще нечестно. Ах, ты ж гадина. Да конечно, конечно, давайте. Блин, мне хилки нужны. Кстати, дали шестистволочку опять. Да где, блядь, не видно ни... Ни хера не видно. Ой, жесть вообще. Да иди нахер, блядь, еще и это стреляет, херня зеленая. Где он, блядь? Да из-за... Задрал этот зеленый. Так, мне срочно хилка. Нет, не то, не то, не то. Да, блядь, да идите нахер уже! Да все, это смерть. Вот где он, этот зеленый? Да иди нахер, охиеть! А вы-то откуда? Так, срочно, срочно! На, стреляй, давай! З, активировать! Активировать гаджет, З! На, нахер! Все, смотри, как дохера, я бы сдох просто сейчас. Так, хилки тут где-то были. Блин, хилок нету, ни хера нету. О, жесть. Вы что тут сидите, идиоты, что ли? Я тут, блядь, сражаюсь, а вы сидите. Я бы сдох, они там еще, смотри, сколько их там было, надо было сразу, блин, кинуть. Да дохера просто. Last time I saw him, he and Hellfire were having fun with a couple of Gnar. You're putting disturbing images in my head, Carter. It's a gift. Well, keep it to yourself. Let's go. Да. Дела просто. Чивку вон дали. Жесть просто. Мне не хватает хилок. Ну, все. Становится все хуже и хуже. Да. Я вот просто сейчас вот представляю, что, во-первых, я не, так и не понял, откуда стрелял зеленый. Вот он мне доставал больше всего. По сути, если б не он. А у него еще управляемая вот эта вот херня, и из-за этого, короче, я не могу толком даже спрятаться. Из-за этого я бегаю, не могу понять, откуда враги. Они отовсюду появляются просто. Так, ладно, следующая миссия, что там? По идее, у нас глава 13 уже идет. Did I tell you about how lizards rule the world? Ruled, if you mean dinosaurs. Although I thought you said they were hoax. No, no, I meant rule. Most of our leaders are descendants of lizard people from the planet Sirius. Didn't you tell me that world was ruled by Illuminati? Well, yeah, I haven't quite worked that out. Keep moving. That Ark isn't gonna find itself. Так, ну я хоть с ними буду. Уже что-то. Надоело одному ходить. Так, там коняшка, слышал. Собака эта костлявая. Хорош, батя.
Обычно в таких вот закуточках должно что-то быть. Ну, граната, картечь, ну, серьезно, это все. Ну, броня, ладно, еще куда ни шло. Не надо, не надо помогать, батьки. Батьки, не надо помогать. Я сам справлюсь. Отец, отец и чё, и Картер, можете не помогать. Я сам справлюсь. Зачем? Вы должны впереди идти. Я уже устал идти первым. We here at Radio Free Earth are sad to report the death of One-Eyed Olga, the legendary Russian sniper. Чё там с вас? Today during a daring attempt to sabotage the Tunguska portal. Да ладно, снайпершу Ольгу из России, короче, завалили. Это плохо, это грустно, это жалко, но ладно. Такие патроны нельзя пропускать. Пора бы мне уже уровень дать какой-нибудь, а эту... Ну, новый уровень. Пора бы уже прокачать что-нибудь. Сколько мы... Вообще должны давать раз в уровень. Мне кажется, это было бы правильно. Раз в один уровень. I can tell your mamas I don't even like pinch of seafood. Do I even wanna know? I'm just making polite conversation, boss. You find Kenny? He's gone. Кенни больше нету. He was just a kid. Пацан, да, ну... His soul is with his creator now. Так, иди в жопу. Ну, это херня. People should not be afraid of alien overlords. Alien overlords should be afraid of people. Так, мы отсюда пришли, по идее, да? Или нет? Я не понял совсем немножко откуда. Ну, по-моему, да. Да-да, все верно. Кенни теперь с Творцом. Да, бедный Кенни. Как я уже говорил, блядь, ну надо было посерьезнее быть, ну без всяких этих, быть посмелее, брать, найти оружие. Ты солдат, а у тебя оружия нет, ну что это такое? Так, я не думаю, что мы пройдем за вот эту серию, вот эту миссию, но это уже 13-я, а нам осталось, значит, 13, 14 и 15. Ну чё вы стоите, стреляйте! Охренеть! Тихо! На нахер! И на нахер! На нахер! Хорош! Ему просто хэдшот поставил! Вот это да! Вот это хэдшотина сейчас была! Man, my fingers sore from shooting so long. У меня вообще уже, блин, у меня уже shift вообще залип в клавиши. А ты говоришь, у тебя палец болит от стрельбы. У меня клавиатура уже сломалась. Кстати, ну получается, да, если ты хедшот ставишь, здесь все-таки работает. Я думал, она как бы не всегда работает, но получается, если сделать хедшот, то с двух выстрелов его спокойно можно завалить. А может даже с одного. Но не факт. Так, нет, стойте, мне надо что-нибудь... Вот, мне надо вот это взять. Патроны полные. Так что... Ах ты ж... На-на-на-на! Ах, нах, тихерта штептерта.
Опа, а вот это, кстати, уже может стать проблемой. Это значит, что здесь что-то сейчас будет жесткое. Можно прям с двух пушек сразу стрелять. И мне дают очень много этих снарядов. Очень много. Прям очень много дают. Прям полный боезапас дают, кстати. Да, раздают, почему бы не пользоваться, правильно? Но звуки слабые. Так, спокойно, спокойно, ребята. Опа, нихера себе. Вот это плохо. И на нахер. Блять, я не могу его убить, серьезно? Вот. Уходим. Там сейчас такие взрывы будут. А музыка такая веселенькая, типа, идет. Да ты чё, иди нахер отсюда. Уходим. Спокуха. Так, надо вот этих уничтожить. На нахер. На нахер. Блять, выше надо. О. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Нормальная такая песня пошла. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Так, а мне, кстати, очень много патронов дают. Да ладно, не убил еще, что ли? А, не, убил. Он просто так упал, как будто не убил. Да, как же ты достал меня. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Аф-аф-аф-аф-аф-аф. Ну, вдоволь дали пострелять с этих пушек. Ну, правда, блин, здесь очень много этих препятствий, поэтому... Вот была бы ровная дорожка, ровная, они бы издалека шли, я бы их просто херачил бы, херачил прям. Был бы кайф. А тут очень преград много. Ща, патрончики соберем. Тут прям явно дали вообще, типа, не экономь, чувак, просто стреляй. Я так понял, у меня можно 50, да? Ну да, да, 50. Или нет? Да, 40 только можно, охренеть. Ну, 40 так 40, тогда все, погнали. Так, а это еще не все. А кто еще? Ой, блин, ну эти-то за что? Так, надо вот это использовать. Ага, вижу. Так, стойте, стойте, а чё так жестко-то? Подождите. Ой-ой-ой-ой. Бля, куда я упал? На-на-на-на-на-на-на! Ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра. Ой,
Тихо, хилка. У меня хилок нет, у меня одна хилка. Что? Серьезно? Так все, мне конец. Мне конец. У меня нету хилок. Блять, ни одной хилки нету. Мне одно попадание и все. Ну блин, я стоял слишком на открытой местности, ну слишком на открытой. Да и вообще надо, блин, эти гранаты все-таки использовать. Раз мне дают их, надо их использовать. Хотя можно пока что шестистволочкой побегать. Тихо, жестко жарят. Уходим. Ай-яй-яй, ты чё охерел тут стоять? Патроны кончились. Блять, больно. Надо спрятаться здесь немножечко. Пусть вам пока сражаются. Они за мной идут, как будто. Им похеру. Блять, им похеру на меня. Точнее, им похеру на моих друзей. Пиздец, ну конечно. Они ж отсюда бегут. А я, по сути, к ним просто бегу. А у меня 11 осталось. Ну и что я сейчас сделаю? Ничего не сделаю. Так, хилочки немножечко. Хорош, пацаны, давайте. Надо меня защищать. Можно было, конечно, черную дыру опять использовать. Но ее вообще как-то не хочется. Давайте, братцы, здесь держим оборону. Все? Отлично. Что-то хилок стали мало давать. Я сейчас просто пытаюсь все собрать, но прикол в том, что у меня 18 хп, и я не знаю, что мне делать. Если сейчас еще одна атака будет. Нету хилок нигде. А это значит все. Это ГГ. Это ГГ. Опа, отлично. Ну, хоть что-то. Ну, 25 это уже хорошо. Это уже можно хоть немножко выжить. Конечно, конечно. Опа, ты скотина, ты смотри. Они сейчас будут по всей этим опять сидеть сверху. Да ты иди нахер отсюда! Где еще эти зеленые есть? Ой-ой-ой, иди нахер, нахер, нахер идите! Ох ты ж, елки-палки, охереть! Сейчас я его завалю. Надо два. И на нахер. Уходим. На нахер, ты чё охерел, что ли?
На нахер, охереть! За мной бегут прям. На, скотина. На тебе, сволочь. Да меня сейчас завалит просто и все. Да завалит, говорю, просто и все. Потому что стреляет своими опять вот этими зелеными, задрали уже. Как вот мне от них избавиться? Я не знаю. Где мои друзья вообще? Блин, у меня осталось очень мало хп. Может сейчас случиться что угодно. Может завалить просто любое попадание. Да нет же, нет, блядь, если... Тихо. Уходим. Нас. А сейчас взорвется. Тихо, спокойно. У меня 19 хп, у меня нету хилок даже никаких. Тихо! Вы чё орёте-то? С ума что ли сошёл, Родригес? Так, ладно, уходим, там же открылось уже, да? Блин, дайте мне хпшку, хпшку дайте. Чё-то там происходит как будто. А, вы здесь уже. Дайте хпшку. Кто-то жесткий идет, потому что топает прям. Все, наконец-то. Блин, дайте мне хпшку. Скотины жалкие. Не жалкие, а жадные, хотел сказать. Жадные очень. Дайте хп. Че с сложностью-то стало? Я же нажимал... Типа средняя должна быть. Че так жестко стало? Ну мне... О, нихера себе, это ты что-то завалила? I'm fine. I wasn't worried about you, jackass. Anyhow, I saw some goodies on my way here. Sam, you wanna go resupply? Плюшки? Там, наверное, какая-нибудь новая пушка? Так, это еще и доп. Задание получается, да? Okay, guys, you stay here. Me and the lady, we'll go check out those goodies. Aww, you going on a date? Shut up, Rodriguez. Ну, а даже если и на свидание, тебе что, завидно, что ли? Сиди и жди, сказали тебе. У Сэма должен хоть кто-то появиться хоть когда-то. Чё он все один-один, пора семью создавать уже, потомство. Нужен потом, Сэм-то не молодеет. У меня хп по-прежнему жесть как мало. И я не знаю, что делать. Блин. Уже музыка пошла жесткая. А, что это такое? This is Bill Corwin with Memories of Earth. Here's a voice from the French Resistance. I miss the stars. Not like you see them from down here. Small and faint, but
Like you see them from up there, in space. I was a transport pilot, based out of New Marrakesh. And let me tell you, I never got tired of it. The sense of freedom, of infinite possibility. I think that's why I hate mental the most, for confining us to one. И разговор каких-то фанатиков. An umbrella? Really? What? I thought it might rain. ХПшку. Музыка идет сражение, но я не знаю, как играть. Ну, то есть ХПшки вообще мало. Можно, конечно, в ближнем бою это, опа, чуть прибавилось, уже хорошо. Можно типа в ближнем бою набирать ХПшку, но это очень опасно. Блин, я думал, это враг. Блин, здесь музыка вообще четенькая. Чё? Найти припасы. Задачка стоит. Так, ну вроде я собрал ХПшку, уже хорошо. А чё их так много? Чё так жестко? Парарарар. Вот опять же, здесь просто очень много препятствий всяких, которые не позволяют нормально. Ах ты ж гадина! Опять вот он, опять где-то там зеленый. Уходим. Надо вот сюда уходить, в щели. Тут, наверное, не закрыто же. Правильно? Правильно. Спокойно. Ой. Ой. Ты чё? Ты чё? А чё они сюда-то пришли? Охерели, что ли? Вот я говорю, надо здесь стоять, и они сюда будут приходить. А в кукурузе стрёмно, не видно ни хера. Ну все. А вот если бы здесь было ровно, я бы просто с пушек бы этих корабельных бы просто расстрелял бы их всех нахер. Так, цель адская удача. А что я нашел-то? Подкрепление? Hey, it could happen. Типа, здесь типа кто-то должен был быть, ну короче, их всех разбили и вроде никого не осталось, но мы собрали припасы, патрончики. Только смысл? Мы потратили те же патроны, чтобы собрать патроны, серьезно. Сейчас еще на выходе кто-то появится. You know? This is just like that time in Baden-Baden. Right. Remember that Gnar? Oh, with the... And that pretzel stand. Yeah, and you kicked that thing... Right into the cortex. Oh, man. Good times. Kind of romantic, actually. You think when this war is over, we can ever go on a real date? Опа, опа, опа. Anyone? Короче, зовет меня на свиданку, на свиданку. Too used to it? Yeah, maybe if we just injure someone. Sounds like a plan. Ну смотри, она жестокая, я жестокий. Не, ну нормальная, в принципе. Смотри, как держит нормально. Руки, правда, трясутся немного. Ну тяжелый, потому что попробуй, держи такую херню постоянно. Ничего, ничего, сейчас закончим здесь и потом подумаем.
Так, ну чего вы там, дождались нас? Как свидание? Отлично, нормально вообще. И рот закрой свой, тебе какое дело? Up, вот да, заткнись, Родригес. Не завидуй. Кстати, у меня патронов, смотрите, по сути, уже много собралось. Ага, идет. Ах ты ж гадина, и все равно ж попало. Так, это что у нас такое? Тут что-то интересное. О, апгрейд какой-то, смотри. Лазерное ружье. Так, а что это? Это конструктивное, так. А, короче. Это улучшение добавляет режим альтернатива, да, она увеличивает исходящий урон на 400%, однако расходит значительно больше энергии, это луч смерти, это поток частиц, это приближает, ну короче, все сжигает на своем пути, то есть, все, я понял, это правая кнопка мыши, окей, но расходует очень жестко энергию, то есть я по сути могу потратить, он и так быстро тратится, а я могу вообще за 2 секунды его потратить, вот, но зато это луч энергии, то есть по сути я могу просто полосой пройтись и сжечь вообще все на своем пути. В критической ситуации, наверное, это важно. Don't feed the conspiracy theorist, father. More like conspiracy terrorist. Yeah, make fun of me for questioning things. I mean, next you'll be telling me that global warming wasn't an inside job. Shit, talking to you makes my brain hurt. Well, that's just my words expanding your neurons. Did that conversation make any sense? I don't know. I try not to listen. Я тоже вот стараюсь не слушать, потому что вот все. Я устал от всех, а моя команда устала от одного этого. Как у Картер, по-моему, да? Болтает херню всякую. Так, ладно, здесь сейчас жопа будет, как обычно. Уже слышу. Появились. Чё? Ага, ну давай, иди сюда. Иди сюда. Кто здесь? Кто на меня? На, получай. Вот так. Опа, вот так вот, не сме... А у них что, тоже всякие? Смотри, у них тоже шестистволки у кого-то. Но не у всех. У этих все-таки свои автоматы. Да иди ты ж в нахер. Опа, она опасна. Очень жестко. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. На. Дверь, берем дверь. Ой, зачем я это взял? Тихо. Тихо, сейчас возьмем управляемые ракеты, всех разнесем. Че, уже кончились ракеты? Да ладно. Не кончились, нормально все. Уходим. Вот так вот берем, всех выделяем, он просто всех разносит. Сколько на него надо? Блин, а на него много надо. 5 получается. Так, ну надо использовать вот это вот. На нахер. О, хорош, вот это мясо. Ой, красиво. Красиво. Вот это мне нравится.
Хорош. Блин, аж снаряд. Я не знаю, он в нем взорвался, получается, или что? Блин, реально у меня shift стал залипать, ребят, прикиньте. 40 минут уже идет, блин, надо заканчивать. Вот этот бой сейчас довершим и все. Блять, ну опять, короче, надо управляемый. А у меня их нету, прикинь. Бля, промазал. Во, теперь попал. И на нахер. Во, хорош. Кто? Хорош. Ой, сколько выпало красиво. Тихо, тихо. Иди нахер. На нахер. На нахер. Ближний бой, ближний бой. Ближний бой. Ближний бой. Ближний бой, хорош. Ой, а их тут много. Мне, конечно, за это хпшку дают, но... Очень плохо. Тихо, хпшка. Ой, блин, надо уходить отсюда нахер. Уходим. Так, мне нужен луч смерти. Да, смотри, классно, как выглядит. Только это надо на более ровной поверхности, потому что на такой, на неровной очень сложно попасть, потому что везде бугры, и тебе сложно провести ровную линию. Блин, серьезно? О, смотри, просто его сжег, ты охренеть. Охренеть! Охренеть! Иди нахер! Плохо. Ой, очень плохо. На-на-на-на. Блядь, ну как же меня бесит, когда я от своих гранат умираю. Да что ж ты за херня-то так будешь делать-то? Ну ёп. О! Где еще? Так, надо... Блять, у меня нету просто двоих. Надо брать другую пушку. Тихо. Вот так вот. И на нахер тебе... Ай, больно. Тихо, спокойно. Ну они хорошо жарят, смотри, они там нормально так разжаривают. Все, открылось что-то. Значит, мы всех завалили. Вот теперь точно можно закончить. Ну, потненько становится, ребятки, потненько. Давайте на этом закончим. Уже соберу, наверное... Ох, хорош. Соберу в следующей серии или нет? Или давайте сразу соберем, но пока буду прощаться. Так что всем, ребятки, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставь лайки, обязательно дизлайки. Вот, если вам так нравится. Вот, так что пишите комментарии, я обязательно всем отвечу, обязательно на каждый комментарий, так что, вот, колокольчики нажимай, чтобы не пропускать следующие видосы,
обязательно. Обязательно колокольчик. Это помогает развитию канала, мне просто приятно, и вам... вы не пропустите следующие видосы, новые игры и так далее. Вот. Если у тебя есть желание поддержать канал, то проходи по ссылкам в описании. Буду рад любой монетке. Вот. Так что все, ребятки. Спасибо за вашу активность, за вашу вообще поддержку. И все в этом духе. Очень приятно. В следующих сериях увидимся. Всем до встречи, ребятки. Всем пока.